В церемонии открытия соревнований приняли участие глава Заинского района Разиф Каримов, депутат Госдумы Российской Федерации Олег Морозов, а также именитые чемпионы лыжного спорта Николай Зимятов, Александр Завьялов и другие звезды. На церемонии открытия участников соревнований приветствовал глава района. Мы гордимся нашим олимпийским чемпионом. Я еще раз вас приветствую. Хороших вам стартов и, конечно, незабываемых мгновений хороших финишов. Берем, блядь, с праздником вас! Соревнования на призы олимпийского чемпиона Федора Симашова на Заинской земле проводятся уже в 10-й раз и стали гонками российского уровня. Это замечательная традиция – проводить соревнования всероссийского уровня. Соревнования проводились до 11 февраля, и за эти дни стали как для спортсменов, так и для болельщиков ярким спортивным событием. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров, новости Заинска.